Добрый день, дорогие друзья. Я хотел продолжить тему по карповой снасти, но затем подписчики и просто гости канала начали интересоваться другой снастью, снастью на плотву, на тарань. А почему? Потому что для хода карпа еще рано, потому что вода холодная, пока он еще там очухается от зимней спячки. А вот тарань и лещ пойдет в первую очередь. Поэтому я предлагаю вам сегодня поговорить о снасти на плотву и на леща. Вы на канале «Рыбалка – это жизнь». Подписывайтесь на канал. Давайте будем дружить. Приятного просмотра. Попробую в этот раз показать на сиреневом фоне. Может быть, леску будет видно. Ну, лучше видно, во всяком случае, чем она была видна до того. Берем грузик, вертлюжок. И вот что мы первое делаем, это соединяем вертлюжок с грузиком. Дальше беру леску 0,3. Вот такую вот леску. Так, видно, наверное. Вот она. Мегастронг. Вот она. Вот такая вот леска. 0,3. Леска с флюорокарбоном. Ну, классно. Сколько здесь сантиметров? Наверное, 70 беру. Не меньше. Ну, и привязываем наш вертлюжок. Дальше надо сделать три поводка. Мы обычно так делаем, три поводка. Узел буду делать такой, как я уже показывал ранее. Вот он в правом углу будет. Узел вот такой вот. Вот такой получается отводик. Вот он. Надеюсь, что его видно. Так, дальше, по идее, я обычно ставлю еще два поводка. Но сейчас я хочу между ними еще поставить маленькую пружинку. Это дополнительно будет привлекать нам рыбу. Возьму маленькие стопорки на поплочную удочку. И поставлю два стопорка. Вот он, один стопорок. Ставлю маленькую пружинку. И еще один стопорок, чтобы наша пружинка не гуляла. Гимнастический коврик рулит. Сначала взял кусочек, а сейчас, думаю, надо взять полностью, чтобы было все-таки классно видно. Вот что у нас уже получилось. Значит, грузило, как вы видите, шар. Тот самый шар, который я полюбил на течении. Значит, дальше. Вот он. Вот такой вот у нас идет отводик. Дальше пружинка.
И вот здесь вот дальше делаем еще один отвод. Раз, два, три, четыре, пять. Смачиваем и получаем наш узелок. Так, теперь распределяю по центру маленькую кормушку. Вот уже кое-что вырисовывается. Вот он один поводок, вот второй поводок, между ними кормушка. И теперь на таком же самом расстоянии, это где-то сантиметров получается 20, делаю третий поводок. Ну да, как же без него-то? Делаем третью петлю. Все, друзья, все три петельки сделаны. Ну что, дело осталось за поводками. Беру опять же Мегастронг 0,16 резку и через вот эти вот прозрачные трубочки буду делать поводочки. Но опять же, у кого нет этих трубочек, могут прямо петля в петлю соединять вот здесь вот с нашими отводиками. Завожу сюда леску в отводик, в трубочку. Здесь делаю петельку для соединения с нашим отводом. Так, отвод есть. Готовы. Так, теперь отрезаю леску столько, сколько мне надо будет для привязывания крючка. Ну и теперь завожу этот поводок на наш отвод. И теперь натягиваю трубочку на сам отвод. Так, вот что получилось. Вот смотрите. Вот она. Отводик из трубочки есть. И теперь вот сюда привяжу крючок. Вот он, видите? Также сделаю и второй, и третий поводочек. Буду затягивать видео. В принципе, то же самое. Беру эту прозрачную трубочку, завожу леску, делаю петельку, набрасываю на отвод и дальше делаю крючок. Крючок я беру вот такой. Говорят, вроде бы это корейский, на самом деле непонятно, чей это. Но крючок неплохой. Уже ловлю много сезонов. Ну, наверное, лет 5, наверное, точно ловлю такими крючками. Этими крючками доволен. Скорее всего, китайские. Но
Качество неплохое. А для плотвы нам такое пойдет. Крючок подвожу прямо к самому отводу и вяжу здесь крючок. И вот видите, когда крючок затягиваешь, он получается на некотором расстоянии. Расстояние это где-то сантиметра 2 от отвода. И вот, друзья, вот получился вот такой у нас результат. Здесь шарик, дальше один отвод, кормушечка, второй отвод, третий отвод с крючочком и конечная петелька для крепления к основной леске. Вот такая, друзья, снасть. Крючок маленький, леска тонкая, снасть получается нежная и будет ловить. Все, друзья, будьте здоровы, не хвоста, не чешуи, удачи вам на рыбалке и по жизни. Подписывайтесь на канал, будьте вместе с нами, будем дружить. Все, пока-пока.